касса, вокзал, очередь в эту кассу. Дочка, дочь, глянь там на фамилию Уткин, Задунайский. Два билета до Витебска. Глянь, дочка, а, дочка. Господи, фамилии людей двуспальные какие, честное слово. Нин, посмотри там на фамилию Уткин, Витебский, до Дуная. Ну что, там есть билеты-то? Нету. Курочкин, нет билетов. Следующий кто? Господи! Девушка, здравствуй ты. Меня знаешь, как надо? Сильно. Знаешь, куда? Туда это, в направлении приблизительно, знаешь, туда это, Душанбе, туда Воркута, Львов, вот в это направление. Когда, ну так, это, знаешь, что-нибудь приблизительно, ориентировочно, желательно, знаешь, так, февраль, конец июля месяца, чтобы в марте уже поехали совсем. Число четверг, да. Вечерним с утра можно и поехал. Совсем озверели, прям, господи, честное слово. Ну, Душанбе, отродясь, билетов не было. Да, еще он ко мне с претензиями, господи. Ну и что, что поезда пустые ходят, и билетов нету. Может, это броня? Да, вот бронепоезда и ходят. Что он ко мне с претензией, прям испугался, да, господи. Он лучше мамашу ребенка пропустил бы, третий раз ребенка в кассу тычет, каждый раз разные. Что ты ребенка раскормил, прям в окошко ж не пролазит же, господи. Как тебя зовут-то, мальчик, а? Владимир Борисович? И сколько тебе лет? 56! Ты взрослый мальчик, а смотри, что делают, а? Мужа за полцены хотят провести, господи, прям денег на него жалко. Если он такой маленький, взяла бы бандеролью, послала. Следующий кто, господи. А сумма сособотался, сособотал, дохако, встал, осы, встал, дохако. Когда отосул дохако, то он опять ботался, отосул, поставил. А то отосул, отосул, не встал. Вот и все. Ты сам понял, что сказал? Ты что, не один, что ли, разговариваешь? Прям хор Бонием устроил. Ну, да, вот этот глава говорит сначала. Давай, давай, Змей Горыныч, куда тебе? До Харькова. До какого Харькова-то? До Харькова. Прям ездит, сами не знают, докуда вы, господи. Повтори, куда ехать-то? Ну, до Харькова, теперь правильно. Нет билетов. Доченька, а как же я на фамилию Уткин Задунайский, 2 до Витебска, а? А ты фамилию членораздельно произнеси. Уткин-Задунайский, на тире есть билеты. Только не сегодня, не вчера, и не до Витебска, до Караганды. И фамилия твоя Лебедь-Краматорская. Будешь брать-то? Да, да, дочь, я по шпалам пойду. Только чтоб тебя в этом окошке не видеть. Господи, Боже мой!